Всем привет, с вами Информ ТВ. Сразу три смерти ошарашили поклонников театра сегодня. Несколько часов назад СМИ сообщили, что в автомобильной аварии на московской трассе погибли актрисы и солистки филармонии Альбина Хребкова и Елена Лумми. А только что стало известно о кончине актера Олега Зимина, который не дожил всего 10 дней до своего 65-летия. Причина его смерти не раскрывается. Об уходе актера сообщил Московский театр поколения, в котором служил Зимин до последних дней жизни. Цитата. «Мы скорбим и выражаем соболезнования родным и близким в связи с трагическим уходом великолепного актера», говорится в некрологе. Напомним, Олег Зимин запомнился зрителям по ролям в проектах «Гусарская баллада», «Женитьба Бальзаминова», «Недоросль», «Гусар. История любви» и многим другим. Особенно он стал известен благодаря работе в мюзикле «Последнее испытание».